Брал деньги в долг под проценты, выплачивал вкладчикам хорошие проценты, 3-4% в месяц, с которых, можно сказать, они налоги не платили, были довольны, то есть все получали проценты, исправно платил их до определенного срока. Потом произошли определенные финансовые проблемы, я уже не смог ничего платить вкладчикам. После последнего разговора через сколько ты позвонил? Здравствуйте. Здравствуйте. К кему ложить? С отцом вместе работали, и он, ну, в хороших отношениях, и все. Владимир, ты чё? Потом, когда мне уже накопилось, ага, вот, он просит у меня 1 750 000. Первый месяц, 3%. Второй месяц 5%. Вот, так и пойдет. Когда эти деньги все выманил, на счету оставалось 1 750 000. Миллион. Я здесь, мне один товарищ меня знает хорошо, мне обещал денег. Я пойду, думаю, пойду ту сумму сниму. Прихожу, мне говорят, нету. В банк приходите, да? В банке. Угу. Где? А деньги-то где? Где вот его? Я вам ложил? Ложил. Он, говорит, снял на какую-то женщину, на карточку, а с той карточки на другую карточку. Вот так они уплыли. Очень большую благодарность, то, что помогает вернуть украденные деньги. Я больной человек, инвалид. Спасибо большое. Я прошу прощения. Признаюсь, что не смог вернуть все переданные денежные средства, да, под проценты вкладчикам. Что